Ну, ты хоть соображаешь, что ты делаешь, а? Ну, что ж ты маму-то как изводишь? Как мы людям-то в глаза смотреть будем, я не знаю. Ведь вместо того, чтобы помогать маме, шляешься с этой своей чистяковой, это все, она стерва тебя подбивает. Чтоб я ее близко больше здесь не видел, чтоб на метр к нашему двору не приближалась. Какой телефон у нее? Какой телефон, я спрашиваю? Сегодня несколько штрихов к портрету актера искреннего до противоречивости. Он называет себя коммунистом и в то же время со слезами на глазах рассказывает о трагической судьбе белого адмирала Александра Колчака. Юрий Назаров – народный артист России. В его фильмографии более 200 картин. И пусть большинство ролей второго плана, зато все герои с ярко выраженным характером. В Омск актер Назаров приехал с супругой Людмилой Мальцевой вместе. Вот уже несколько лет они дают концерты по всей стране. Этот дом Колчака я просто забыть не могу. Мы жили в прошлый раз напротив него. Я выходила, у меня сердце сжималось. Ну, видишь, она у нас белая, я красная. Нет, не в этом дело. Берег, этот берег, все это казак, я сама казачка донская. Но... Вот этот берег Иртыша, я думаю, сколько же он передумал, сколько он здесь перемучился. Вот этот дом я не забываю. Трагическая фигура в нашей истории, трагическая, понимаете? И самое, когда, ведь он, говорят, его, в него расстреливать его не могли. Он командовал собственным расстрелом, он попросил сигарету, там спел «Гори, гори, моя звезда» и сам командовал на плечо «Целься, пли», понимаете? Какой-то этот самый в ногах валялся вместе с ним, какой-то председатель, не помню, совета какого-то, понимаете? Вот. Вот, это трагическая фигура, гениальная фигура, сколько он сделал для географического общества, понимаете? И землю Садникова, кстати, он искал. Да, кстати же, вот удивительно. Вот, понимаете? И вот служил, и все правда про него, он где-то я читал, что война выше, выше жизни, выше любви. Вот это для него было, понимаете? И злую собаку в Иркутске называли Колчаком, понимаете? Все-все там. И вот служил России. Ну вот такая... А как ты Тимирию встретил в троллейбусе? В троллейбусе. Представляете? В Москве. Да. Вы Тимирёва встретили? Да, да, ну, да. Ну, да-да-да, вдову вот самое. А потом узнали, у меня дочь Василиса, значит, это самое... И она говорит, о, какая девочка, что старушка есть, старушка, ой, какая девочка. Вот, как же тебя звать? Василиса. Ой, у нас тоже есть Василиса, это, в общем, две Василисы на всю Москву были. Это как раз ее какие-то знакомые, потом нам сказали, так это же она была. Понимаете? Так, и без... все приемлете, и белых, и красных, и дом Колчака. Нет, не приемлем, а разбираться надо, понимаете, и надо, ну, в общем, не в силе Бога, в правде. Вот от правды отступать не надо никогда. Это наша история, отказываться, какая бы она ни была, это наша. Нет, это надо быть верными завещанию Александра Сергеевича Пушкина, не глупый был человек. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Можно сказать, что вы приехали и на свою родину. Да, Кемерово, Новосибирск. И все мы вместе с Иртышом течем в Ледовитый океан. И Обь, и Томь, и Иртыш, и все в Ледовитый. Все наша родненькая, западная Сибирь, богатая газом, нефтью. Людьми, говорю. Людьми тоже. Люди, и люди встречаются у нас. Например, Михаил Александрович Ульянов. И это тоже, да. Он преподавал у нас. Ну, в Щукинском училище, да? Да. Театральном. Он постарше маленько был. Спорили с ним? О чем спорили? А что-то он, понимаете, как-то... тут наступила эта перестройка, богом клятая, понимаете? Вот. И что-то Михаил Александрович где-то в Доме кино, какое-то что-то... толковище какая-то была, он говорит, что вот стал извиняться за свою, значит, что какой у него несексуальная картина, это самая сцена в простой истории, когда это, говорит, хороший ты мужик, но не орел. Я говорю, Михаил Александрович, вот такая сексуальная сцена, все понятно, что он мужик, что нельзя, что между ними что-то, все понятно, понимаете, не надо то, что сейчас выделывается, раздевать, показывать всеми местами, понимаете. Это совершенно, там никакой сексуальности нету. Господи, у меня внуки, понимаете, когда безобразие все началось. Вы что там телевизор не смотрите? Ой, опять там эти голые целуются, уже детям осточертело. Вот эта цивилизация, понимаете, никакая это не цивилизация. Это ложь, это брехня, это растление, разложение, развращение. По Аллену Уолшу Даллису, про которого говорят, что это вроде как все неправда. Но это производится, и это наше телевидение, не ваше, ваше хорошее, ваше наше сибирское, а московское телевидение, посмотрите, вся программа Даллиса выполняется. Убить Россию, убив нравственность. Да, 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 да. Вот вы знаете, значит, это самое. И вы знаете, и мы знаем.
Я бриться пойду. Коля, порежь. Ни хрена! Где моя бритва? На балконе. Ты как разговариваешь? Мать! Ты знаешь, когда она явилась? Вот Вера, только где вот. Ты была? Гуляла. Это я где была? Ну ладно, Коль, мы сейчас сами разберемся. Ты шляется. Иди кушай. Иди. По кустам! Коля! А вы как-то сказали, рассуждая о двух режиссерах, очень известных и выдающихся, о Василии Шукшине и Андрее Тарковском, что это два полиса. Да. Так они однокурсники, они с одного курса, понимаете? ГИКа. Понятно, Василий Шукшин – это человек близкий народу, да, человек любимый везде, простой до гениальности в каких-то вещах. Да. Кстати, коммунист он был. Вот мы сказали, что это два полиса, да? Вот Шукшин, вот Тарковский – философ. Понимаете, ну это сказал это каждый. Если я сказал, я что? Я, в общем, я не этот самый ваше место, ну а ваше место тогда где между этими двумя полюсами? Ближе к чему? Они шли навстречу друг другу. Тарковский, понимаете, от культуры, в культурной среде он родился, и он только не оторваться от живой жизни, вот его задача была. А Шукшин из живой жизни, понимаете, к осмыслению этой жизни. Они шли навстречу друг другу с разных концов, и неплохо шли, и слава тебе, Господи, понимаете? Ну вот со стороны, да, по крайней мере, мне кажется, если наблюдать за вами, за вашим образом, что кажется, что вы как бы к Шукшину ближе. Ну и плюс сибиряк тоже, да? Да, на здоровье. Но снимались у Тарковского. Да. Почему? Это его надо спросить, почему он меня брал, не знаю почему. Ведь все знают, что вы снимались там в Андрее Рублеве, в «Зеркале». Не все знают, что он еще и вас пробовал на «Иваново детство». Вот вы никогда не отвечали себе на этот вопрос? Нет, ну я сопливый тогда был, молодой. Он как-то меня отметил вот за мою последнюю картину, «Последние залпы» по Юрию Васильевичу Бондареву. Вот. И тогда молодые вот эти гиковцы, а мы же с ним параллельно поступали в 54-м году. Я поступил в Щукинское училище, он поступил не в это самое, в ВГИК. Вот. Потом у меня своя судьба была, я бросал, возвращался, они своим ходом шли, понимаете, они все старше меня, и Шукшин, Тарковский. Вот. И почему-то это его зацепило, он меня пробовал в «Иваново детство», ну там что-то такое не подошло, а потом он меня все-таки вытянул в это самое, в Рублево, и вот дальше пошло-поехало. Леонид Васильевич, скажи что-нибудь про Шукшина. Я хотела обратиться, вот вы чувствуете. Он такой хитрый, он вроде простой, на самом деле там такая психологическая утонченность. И, видать, Арсений Андреевич все-таки именно это подвигло. Андрей Арсеньевич. С Андреем Арсеньевичем именно это вот подметил, что действительно при всем том, что вроде бы такая вот мощь, там, с другой стороны, вот какие-то тонкие внутренние психологические хитросплетения, собственно, что является сутью, я думаю, с отечественного искусства. И даже вот нынешний фильм, который мы привезли, мы с дедушкой, который уже 15 премий где-то получил. Хотя, вроде бы, на первый взгляд, простая история. Очень простая история. Житейская, но почему-то залы встают, аплодируют, рыдают от Греции, понимаете, до Дальнего Востока. Потому что вот эта удивительная психологическая внутренняя канва есть. Понимаете, очень тонкий, за душу берущий психологизм, и душа откликается, причем разных уровней разного зрителя. И мне думают, что вот как раз Тарковский то и подметил, Владимир Владимирович. А, кстати, Шукшин, вы знаете, приглашал на... Не знаю. Брата Фрола, в Стеньки Разина, который, к сожалению, снялся. И даже встреча была, да, с ничего не вышло. Я просто сейчас, вот мы к этим, к украинским событиям, и вдруг говорят, Господи, да в Андрее Рублеве два брата-то моих. Да. Это вот это князья, самое. Князья. Да. Один другому князья в сцене встает на ногу. Причем у Андрея, у него же было, почему, понимаете, когда много говорить приходится. Ведь «Братья Карамазовы» — это вступление к роману об Алёше Карамазове, который так написано не был. «Война и мир» — это вступление к роману о декабристах, который, ну, слава богу, вступление неплохое получилось. И много говорят, что ни одной законченной работы у Микеланджело не было. Все только огрызки для чего-то. Так вот, то же самое у Тарковского. У него столько было напридумано, поэтому получился неплохой фильм «Андрей Рублев», там на третьем месте или где он. Вот. В мировом рейтинге. Да. Первые десятки. Вот. Потому что и вот он мне, Толя Солоницын, рассказал, покойник, да все они покойники, мы с Колей остались пока что. С Бурляевым Николаем. Да. Вот. А мне Толя Солоницын рассказал такую, где-то ему Андрей рассказал, он даже мне не рассказывал, где-то они сидели, вот какая у него была, когда вот это самое в этом
в разбитом храме, там эта лошадь, ну и все. И бежит, бежит Рублев от этого ужаса, от этого братоубийственной вот этой резни, идиотской, маразматической, понимаете, и находит в поле малого князя. Потому что за малым князем охотились, находит его с копьем между лопаток. И он, значит, он вроде виновник этого всего. И он же, да, замечательные слова скажет, что за грехи наши. И, да, в общем, ополчаешься на зло, ополчаешься на жизнь человеческую. Понимаете, вот до чего. И когда он находит, тот просит пить, он его подтаскивает, Рублев подтаскивает князя к луже, тот лакает, как из лужи, и умирает с такими словами: «Господи, кабы не власть эта окаянная, как бы любили мы с братом-то друг друга». А в это время, значит, старший, ну не старший брат, они... Ну, вы, это вы же, такой, вы сыграли, да, две, да, роли, да. Ну не я же, так, в истории таких не было. Был Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, дети Дмитрия Донского, и Юрий Дмитриевич, тот был... А Тарковский придумал, что они близнецы. Просто этот первым появился, этот вторым, понимаете, этот великий. Чтобы этот, усилить, наверное, усилить, да, тему. Обострить все это дело. Вот. И в это время великий князь возвращается из Литвы, куда он отходил, когда тот малый привел татар сюда. Вот. Он возвращается из Москвы, под ним конь спотыкается. Ну, такие здоровые ребятки были. Там Владимира Мономаха конь, тур вместе с конем на рога подымал. И ничего, выдерживали, понимаете. Так что конь споткнулся. Ну, его окружили, что, как. Он говорит: что-то сердце вещует, кто-то из наших умирает. А умер его единоутробный брат и его кровный враг, понимаете? И вот это вот вся... Вот она, оказывается, где предсказана. Почему нет? Вот в Андрее Рублеве, в разговоре Феофана Грека и Андрея Рублева есть такая фраза, когда Андрей Рублев спрашивает Феофана Грека: народ темен? Тот говорит: да, темен. Да, да, да. И а чем? Вы-то как думаете? А я думаю, что абсолютно прав Андрей Рублев, что народ темен, его просвещать надо, чтобы он из животного состояния приходил в человеческое. А наша светлая, понимаете, демократия сегодня нас возвращает в животное состояние, и за что ей прощения не будет, понимаете. Все-таки нас и коммунисты к человеческому состоянию звали, и христианство наш звало к человеческому существованию, и классика наша великая, понимаете, начиная с поучения Владимира Мономаха и слова о полку Игоре, к человеческому, к человеческому, к человеческому. А сегодня мы, понимаете, с этим самым законением этих самых однополых браков, со всей этой бредятиной, понимаете, вот тут мы с коммунистами, с церковью не расходимся, церковь с коммунистами не расходится. Это против человечности. Это, понимаете, как бы сейчас не врали про коммунизм, что это все, как это, утопия, никогда коммунизм к уничтожению людей не звал. А цивилизованный Запад зовет. Это фашизм, это сегодня цивилизация, которая говорит, что золотой миллиард только, а у нас на Земле 6 миллиардов уже лишних, и уничтожать надо. А вот если о том, что мы можем сделать, можно найти много записей, где вы читаете стихи. Скажи, что ты сидишь, где вы читаете, ну как вас трудно перебить, особенно в этом. А стихи читаете, вместе вы поете, да, и опять же, это пропаганда в хорошем смысле, хороших ценностей, да. Вы считаете, что искусство, оно может изменить и сделать народ из темного просвещенным? Понимаете, вот в том же Андрее Рублеве там больше темноты это было в те времена. Вот, и ничего, и просвещались, и людьми становились. То есть вы верите, что человек, столкнувшись с хорошей поэзией... Ну, кто я такой, понимаете, это самое? Что я, Ломоносов говорил, что народ российский от времен глубокую древностью сокровенных до нынешнего века толь многие видел в счастье своем перемены, что ежели кто междоусобное и от вне нанесенные войны рассудит, великое удивление придет. Как?
потом многих разделениях, утеснениях, нестроениях не только не расточился, но на высочайшую степень величества, могущества и славы достигнул. Понимаете? Ну, не глупый был человек, я ему чего же ему не верить. Вот сейчас я скажу еще. Скажи, Людмила, вот не, я думаю, что искусство само собой, но культура прежде всего вытащит человека. Культура. Любовь моя и боль моя, Россия, тревога каждодневная моя. Когда качал планету конский топот и шел восток в немыслимый разбой, шарахалась надменная Европа и пряталась за раненой тобой. Когда свинцово наливались тучи и громыхала с запада гроза, глядел восток с надеждой на могучую во все свои раскосые глаза. Ты всех спасала, принимая муку, великая и в звездах, и в крестах. Ты первая протягивала руку поверженному, помогая встать. А вот скажите, вы часто общаетесь с обычными людьми. Да, знаем об этом. Наш художник Аркадий Васильевич, он жил в Москве и сказал мне перед тем, как вот мы, когда я готовилась к интервью, что он вас встречал в электричке, вы ехали на дачу. Неоднократно. И постоянно, а как еще куда ездить? Еще как ездить? И причем вы... Ваша тура... Потом направление выйдет. Я на 49-й километр, а вы дальше. Вот, так я метро пользуюсь, и троллейбусом, и все нормально. Даже машину не... И не мешает то, что узнают, как многие рассказывают. Вот вам вдохновляют, да? Нет, все свои большие. Понимаете, какая штука? Как-то когда-то, вот я не знаю, говорить, это там будет что-нибудь вырезаться, да? Нет, потому что как-то мне все-таки вот у меня претензия к Михаилу Александровичу. Я его люблю, я его обожаю. Гениальный артист, экстра класса, запредельный. Но когда вот его шатанула эта самая перестройка, понимаете? Вот когда я ему говорю, что вот такая вот сцена, понимаете? И он где-то чего-то он стал извиняться за свои коммунистические работы. Вот. И мне говорил Георгий Степанович Жонов, покойник, он говорит, Мишка-то Иуду получил из зала. Из зала, скажет. Иуда, кто-то крикнул ему. Понимаете, вот мне, слава богу, никто этого не кричит. И это нисколько не в моих глазах Михаил Александрович не унижает, это его беда, его, понимаете. Его выбор, скажем. Да не выбор, понимаете, ну беда его, не это самое. Но даже это не... боль всего вашего поколения. Да, понимаете? Да, 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 да. Ну что-то где-то он, понимаете, как этот самый. Как его звать, Некрасов когда-то, что неверный звук его лира извлекала иногда. Ну пускай неверный звук, это его боль, его грех, его совесть, его молитва, как в Рулеве сказано. Вот, понимаете, так вот, а я не получаю. И мне кто-то мне вдруг говорит, спасибо вам, вы помогаете нам жизнь. Да спасибо, значит, понимаете. Вот. Вы, чтобы общаться с народом, вы... Это тоже известный факт. Отучились год в Щукинском училище, потом полгода работали молотобойцем, строителем. Ну, да, было. Потому что сочли, что вы не готовы быть еще актером, потому что не знаете жизни. Это так? Да, примерно так, да. И вам вот этот опыт молотобойца, строителя помог? Он мне очень дорог, очень дорог. И понимаете, помогает где-то, когда... У нас бывали перегибы вот такие, понимаете, когда, ну я не помню, работал я в разных, чтобы рабочий коллектив издевался как вот над каким-то человеком, не помню, этого не видал, а в искусстве у нас это есть. То есть актер наблюдает за всеми, потом? Ну вот как, наверное, так обязаны, так нас учили. Уханов! Орудие цело. Снаряды кончились, черт их дери. Послал людей. Жив. Как я рад, что ты жив. Я тоже. Шапку надень, лейтенант. Простудишься. Потерял я ее, землей присыпал. Да, она ж в руках у тебя. Те
времена был такой опыт, такая практика, точнее, что если писатель написал сценарий к фильму, то он где-то и участвовал в утверждении актера. А Юрий Владимирович по молодости очень, так же, как Михаил Александрович Шолохов, в утверждении, где, так сказать, не последнее слово его было, когда на «Тихий Дон» снимали. Так вот, Юрий Владимирович в молодости очень похож на молодого Юрия Васильевича. Ну ладно. Да. Поэтому вы стали сержантом Ухановым. В «Горячем огне». Я еще капитан Новиков в «Последних залпах». Капитан Новиков, вот это имеется в виду «Последний залп», самая первая главная роль. То есть, действительно, вот помазанник, помазал где-то его в колыбельке, потому что сразу главная роль после училища по тем временам. Я ведь честный сибиряк. У нас ведь в Москве учили артистов с тем, чтобы отправлять их в страну, понимаете? Вот. И я единственный со всего курса, я подписал распределение в родной «Красный факел», город Новосибирск. И меня случайно пригласили в кино. Вот я и застрял, понимаете? Я ничего я для этого не делал. Я изучила вашу фильмографию. Да. Очень обширную. Там 200 ролей, да, примерно. Ну, в общем, и обнаружила, что каждый год по 3-4 картины с вашим участием выходило в свет, начиная с 60-го года. С чем связана такая востребованность? Вы задавали себе этот вопрос? Потому что вот Дворжецкий, великолепный актер, с лицом, да, таким очень необычным. Любил его Тарковский, да, тоже. Но ведь ролей, вот. Да, вы понимаете, вообще актерская профессия, она очень зависимая, правильно, Сильна? Тут как ведь... Ну, ведь вы, как говорите, у меня такой темперамент, да? А режиссеры, вы где-то сказали, извините, цитирую истерически, вы где-то в каком-то интервью сказали, но с режиссерами, значит, находите общий язык, значит, они... Или может иногда быть... Иногда и не находят. Да? И все равно зовут... У меня был с одним режиссером, никак он в моих глазах не упал, понимаете, причем 100% было, что он меня, перед этим, и что-то не пошло, и мы разошлись. И снимался другой актер, и я ни обиды, ни столечка у меня нет на него. Но с Сергеем Шакуровым, кстати, чью роль вы потом в «Земле Санникова» сыграли, там тоже было. Это самое, с Шакуровым мы никак не пересекались нигде и никогда. Единственное, понимаете, что... Нет, у него же был конфликт с режиссерской группой. Был конфликт, понимаете, там у всей группы был конфликт с этим режиссером, понимаете. И Сергей Каюмыч послал режиссера, а ни Дворжецкий, ни Даль, ни Вицин его не поддержали, каждый по разным причинам. Вот. А потом, значит, и меня взяли на эту роль, и потом я посылал, и меня хотел он менять, понимаете, ему сказали, сколько можно, хватит, может быть, понимаете. Вот почему я остался там, понимаете. Ну, получился фильм «Земля Санникова». Получился фильм «Земля Санникова», в общем, не самый плохой. Песня, которая 20 лет уже открывает все наши концерты. Это что, потому что печку, давай споем. Все в этом мире бушующем есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвавшись опадает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвавшись опадает, есть только миг. Ослепительный миг. А я, кстати, хотела закончить нашу беседу просьбой. Может быть, вы вот каждый из вас, или вы выберете какие-то общие слова в прозе или в стихах, неважно, наверное, это будут стихи или песня. Вот тому народу, от которого вы отрываться не хотите, какие бы вы сегодня обратили слова? Просвещаться, просвещаться, просвещаться. Учиться, 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 как завещал Владимир Ильич Ленин. Но мы же вам подарок подготовили. О-о-о. Наш Аркадий Васильевич, точнее. Аркадий Васильевич, вы извините, мы вас... Снегири взлетают красногруды, снова скорость на беду мою. Я увижу волчьи изумруды в нелюдимом северном краю. Снегири
я и был этим ободранным котом, я и был вот этим вот... Сын педагогов, вы чувствовали себя так, вот ободранным котом? Истинное удовольствие для него – это репетиции и чайные посиделки с друзьями в музыкальных паузах. Я беру гитару, выхожу на сцену, и я понимаю, что да я, блин, пацан такой же точно, как вот в студенческом ансамбле. Но... Владимир Шахрин – лидер группы «Чайф». Он влетел в мир рока 30 лет назад, да так и остался белой вороной. Там на первом джем-сейшене, на который меня пригласили, я пришел, честно, с гитарой, с губной гармошкой. И меня же пригласили показать работать, меня. Да? А народ говорит, да брось ты эту гитару, на, вот, бухни лучше. Я говорю, да ну как ты? Я говорю, ну какой ты зануда, ну давай, спой. Стрелять, а это никогда.